В рождественскую неделю детский сад «Звездный» подготовил яркий и красивый праздник. Дошкольники готовились к нему долго и усердно с помощью воспитателей, вспоминали события рождественской ночи и изучали православные традиции. Мы подготовили праздник, посвященный Рождеству Христову. Рождество Христово – один из самых значимых, любимых праздников для жителей 145 государств. Более 2 миллиардов христиан на всех континентах в этот день радуются вести о рождении Иисуса Христа, отмечают новый календарный цикл. Дети долго готовились к празднику. Мы шили специальные костюмы, посвященные Рождеству. Дети читали стихи, пели рождественские песни, представили несколько танцевальных номеров. Особенно трогательным получился танец девочек в образах ангелов с Вифлеемской звездой. Именно ее свет озарил землю в ту ночь, когда родился Христос. Рождество – это удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. Каждому хочется сделать мир вокруг лучше, подарить добро и любовь другим людям. С особым трепетом и волнением дети ждали Деда Мороза. Выход главного волшебника привел дошколят в полный восторг. Они с удовольствием водили с ним хоровод и никак не хотели отпускать. Почетным гостем утренника стал священник Александр, настоятель Покровского храма села Жестылево. Он поздравил ребятишек с Рождеством, обратился к ним с напутственным словом. Поздравляю вас с этим светлым, радостным праздником Рождества Христова. И Рождество, что это за праздник? Это день рождения. День рождения – это всегда радость, это всегда подарки, да? Вот. А Рождество Христово, мы радуемся тому, что на земле родился Бог, на земле родилась правда, доброта и любовь. Стоит отметить, что в саду особое внимание уделяют духовно-нравственной культуре дошкольников. В нашем учреждении проводится работа по духовно-нравственному воспитанию. Это занятия, совместные праздники с детьми и родителями, раскрывающие основы православной культуры. С раннего детства важно формирование в детях уважение к православным традициям, христианству, культуре, к семейным ценностям. Ключевым моментом праздника стало подписание соглашения между детским садом номер 25 «Звездный» и Покровским храмом села Жестылево о взаимодействии и дальнейшем сотрудничестве. Утренник получился по-настоящему теплым и семейным, подарил детям радость и праздничное настроение.